Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, где сегодня мы будем рассматривать крутую команду, с помощью которой мы сможем стать в какой-то степени Дедом Морозом. То есть нам нужно будет создать Северный полюс, призвать оленей и также раздавать детям подарки и также просто-напросто дарить людям веселье и счастье, потому что это мини-игра с помощью одной команды, где вы сможете раскидывать подарочки прямо в дымоходы, тем самым зарабатывать очки. Но перед этим, ребята, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь если мы наберем 1200 лайков, в первую очередь я скажу вам большое спасибо, потому что каждый ваш лайк для меня важен. Но как только мы наберем 1200 лайков, я даю свое слово, то что я выпущу следующее видео с прохождением карты, или без модов, или даже пиксельный мод. Любое другое видео, когда мы наберем 1200 лайков на этом. Честно, ребята, мне будет очень сильно приятно. Также каждый подписчик мой друг. Не веришь? Можешь задать свой вопрос в комментарии и увидишь то, что я на него отвечу. Потому что я люблю и уважаю своих подписчиков и также с ними общаюсь. Поэтому не поленись, подпишись. Одна секунда, чтобы поставить лайк, одна секунда, чтобы подписаться. Я действительно буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Что в первую очередь нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Многие люди меня уже спрашивают очень много раз, мол, Эдисон, как выдать себе командный блок? Я это объясняю практически в каждом видео, и тут ничего такого сложного нету. Вот команда give, вот так, а p, ну, собачка, p, Minecraft, командный блок. Вот с помощью такой команды вы сможете выдать себе командный блок. Ставим его на землю, нажимаем, вписываем команду, которая уже находится в описании. Ребята, я не выпрашиваю лайки, я просто их прошу поставить для того, чтобы вышло новое видео. То есть лучше для вас, потому что новое видео выйдет еще намного быстрее, и это зависит только от вас. А команду я уже запихнул в описании, вы уже можете зайти скопировать и также насладиться этой небольшой мини-игрой. Активируем, чтобы она уже работала, и вот, да, даже за полсекунды заспавилась вот эта коробочка, и все. У нас уже была установлена целая команда в мир Майнкрафт практически за одну секунду. Что нам сейчас нужно? Нам нужно создать Северный полюс, где живет Дед Мороз со своими оленями. Как это все делается? Выкидываем вот эти два предмета. End Road — это снова обновление Майнкрафта, это версия 1.9, и выкидываем факел редстоуна. И смотрите, что у нас получается, ребята. Это Северный полюс. Что нам нужно сделать? Нам нужно просто его поставить на землю. И смотрите, что будет происходить. У нас потихонечку, несмотря на то, что это жаркая пустыня, мы находимся посередине пустыни. Потому что лучше, когда вы находитесь в плоском мире. Но, в принципе, мне кажется, будет также работать в обычном мире. Но, ребята, когда у нас заспавнится такой небольшой Северный полюс, то вам нужно посмотреть на небо, потому что с неба к вам спустится олень с санками. Да, ну как олень? Это все-таки лошадь. Ну, давайте представим, что это олень, потому что, ну, в Майнкрафте вроде оленей нету. И лошадь специально... А оно сейчас случайно не разрушит нашу постройку? Прям в таком направлении оно движется. Но все же эта карета специально для вас, месье. То есть вы можете свободно в нее сесть и полететь, раздавать подарочки детворе, радовать людей. То, что уже практически наступил Новый год. В принципе, сколько там осталось? 2 недели, даже меньше. Поэтому, ребята, сначала давайте это все очистим. Ну, давайте хотя бы вот так это все очистим. И, как он называется? Рейндир, то есть, ну, олень какой-то там. Ну, олень ты, конечно, не олень, но все же. Как нам начать мини-игру? Нам нужно сесть сюда, прям в центр, нажать правой кнопочкой на мышке. Нажимаем и все. Меняем вид, чтобы вы могли смотреть со стороны. И также лучше всего, я заметил, сделать дальность обзора намного больше. И все. То есть, что нам нужно? Смотрим на санки, и у вас, по ходу дела, будут спавниться дома с дымоходом, камином и всем остальным. То есть, вы смотрите на санки, на оленя, и смотрите на землю. И ждете, пока у вас по пути встретится какой-то домишко, да, где будет жить маленький какой-то Дима или, не знаю, Андрюшка маленький, ему нужно принести подарочек. То есть
вам прямо санок в полете нужно скинуть подарочек и попасть в дымоход. Прямо в дымоход, чтобы порадовать маленького какого-то ребенка. И как видите, у нас на подходе уже новый домик. И что нам нужно? Нам нужно пролетать. Хоть это и не ночь, все-таки нужно, наверное, ночь включить. Но все же мы пролетаем и смотрим, ух, какой мелкий дымоход у нас. И нужно именно попасть в него, то есть именно в эту дырочку. А ну. Бум! Я скинул, но мне кажется, я не попал. Куда упадет подарочек? Нет, ребята, не попал. Ух, Mozilla Edison, да. Но мы не расстраиваемся, мы еще смотрим. Надеемся, то, что сейчас попадем. А ну давай. А ну. Нужно хотя бы кого-то порадовать. А то прикиньте, если мы ни разу не попадем и не сможем порадовать ни одного мальчика, девочку. А ну. Вот. Ну, пожалуйста, я прям... А ну? Да, ребята, попали. И как видите, у вас обновился счет. То есть сейчас у вас пишет то, что вы попали один раз. То есть вы доставили один подарок. Но вам нужно доставить как можно больше, чтобы дарить счастье людям на Новый год. И, в принципе, все, что вам нужно, это участвовать в этой мини-игре. В принципе, ничего тут такого сложного нету. Вы можете уже установить эту мини-игру себе в ванильный Майнкрафт. Да, мы еще раз попали. Все очень просто, ребята. Я объяснил, как это делается. Ссылочка есть уже в описании. Вам нужно просто не полениться и ее скопировать. Ну и лайк поставить не забудьте, ребята, да. Поэтому вам нужно... Вы также можете соревноваться с вашими друзьями, кто больше доставит подарочков. Я не знаю, сложно это или нет. Я не могу сказать, что прям очень-очень-очень... Но прям нужно... А ну, нет, не попаду. Нет, попал все-таки. Три подарочка, да. После 5 минут вот этих поездочек на олене, на санках, у вас закончится мини-игра. То есть ваш олень приземлится на землю, станет и... И покажет, сколько вы доставили подарочков. Да, тем самым, ребята, вы можете соревноваться со своими друзьями, кто больше, кто лучше Дед Мороз. Мне кажется, сейчас я не попаду. Ах, извини, Колюсик Колян, ты остался без подарочка. Ну, просто там рандомное имя, вдруг там кто-то другой жил. Но все же, ребята, давай, только три подарка. За целый день, за целый Новый год Эдисон доставил только три подарка. Какой-то с меня никакой Дед Мороз. Давай, побыстрее, двигай там копытами своими. А ну. Нет, вот сложно попасть в эти одинарные дымоходы. Вот, сейчас у нас двойной. В двойной намного легче попасть. Ну, потому что он больше, да? Но когда он такой маленький-маленький, как видите, даже прям, знаете, перед нами появляются дома, за нами они пропадают. То есть, насколько это хорошо... Я же выкинул! Не успел, ребят. Насколько это хорошо продуманная команда. То есть, смотрите, чтобы мир не зависал очень долго, чтобы большущая линия с этих домов... Нифига себе. Это в одном доме столько заспамилось монстров? Офигеть. Ладно. Лошадочка наша, или как ты там? Олень, когда ты будешь приземляться? Вот сейчас. Когда ты будешь... Я попаду? Давайте порадуем эту детвору, которая живет в этом доме. Да как я не попал, там прямо затащил. Прям внутрь попал. Офиг. Опа. Нам нужно доставить подарочек. Там кто-то живет в этой сокровищнице? Будем надеяться, что да. Какой-то зомби или крипер. Значит, мы сейчас, ребята, криперу доставим какой-то подарочек. Ну что, зараза, давай. Ну хотя бы еще раз. Хотя бы еще один-два подарка нам 100% нужно доставить. Пожалуйста. Я уверен, что попаду. Еще один подарочек, и мы можем заканчивать, ребята. Да. Ну что, последний домишко, и мы надеемся, что мы порадуем. Порадуем и ребеночка, который тут живет, и также его родителей, которым не придется тратить бабло на то, чтобы купить ему какую-то машинку на радиоуправлении, потому что мы сейчас доставили. А может там ночь включить, таймсет, допустим, 18 тысяч.
Или это не работает? А нет, работает, но я нифига не вижу. Хотя, по идее, ночью же Дед Мороз только и доставляет подарочки. Днем же его могут заметить. Я не уверен, мне кажется, не попаду. Мы уничтожили этот подарочек. Ладно, сейчас подождем, пока этот олень приземлится на землю, и мы посмотрим, как это все будет происходить. Опа, наш олень прям приземляется, и смотрим, что нам пишет в чат. Нам в чат пишет то, что вы доставили 5 подарков за 3 минуты. Хотя почему 3, если мы в полете находились целых 5? Прям на крышу? Нифига себе, олень-разрушитель разнес пол дома. Вот зараза. Тут, может, кто-то жил, а ты разнес пол дома. Офигеть. Ну, в принципе, ребята, все. На этом эта мини-игра заканчивается. Она, в принципе, можно сказать, даже веселая. То есть, как я уже сказал, она больше рассчитана на то, чтобы вы соревновались со своими друзьями. Поэтому, ребята, зовите друзей и соревнуйтесь, кто с вас лучше. Дед Мороз. Вы или ваш друг. Да, ребята, но на этом, к сожалению, мы уже будем заканчивать эту серию. Я еще раз повторюсь, ссылочка на эту команду есть в описании. Заходите, копируйте, устанавливайте ее в свой ванильный Майнкрафт без модов, только с помощью одной команды. Да, ребята, еще раз вас попрошу поставить большой палец вверх, потому что именно от вас зависит, когда выйдет следующее видео. Еще сегодня, даже еще второе видео, или завтра днем, утром, вечером. Неважно, одно, два или три видео. Все зависит, ребята, только от вас. Поэтому не поленитесь. Мне действительно будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также не забываем вступать в нашу большую дружную семью подписчиков. Я всех вас приглашаю. Все, что вам нужно, это просто нажать на вот ту красненькую кнопочку, которая находится там в уголку или под видео. И вы подпишетесь на мой канал, и я вам пожму руку, потому что я люблю и уважаю и ценю каждого своего подписчика. Каждый подписчик для меня друг. Можешь оставить комментарий под этим видео и увидишь то, что я на него отвечу. Да, ребята, увидимся завтра в новой серии, а сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.